Здравствуйте, дорогие друзья! Пришла к вам с очередной хвостушкой. Вот такую замечательную куклу-девочку с букетом роз лепила я на своем закрытом уроке. Для тех, кто, возможно, на канале впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как открытые, спонсорские, так и платные уроки. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они, конечно, продаются, и их можно приобрести. Для этого напишите мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время ссылка станет недоступна. Пока работает YouTube, все ваши ссылки будут работать, никто у вас их, конечно же, не отнимет. А теперь хочу рассказать по поводу самого урока. Мастика топ-декор, никаких молдов, вайнеров, ничего не использовалось. Мы лепим все сами, своими руками, без применения каких-то сверхъестественных стеков. То есть все самое обычное, то, что есть у всех, даже у начинающего лепильщика. Все это у вас есть. Урок достаточно объемный, подробный. Очень подробный, мне кажется, такого подробного еще не было. То есть, ну, реально разбор полнейший происходит. Вес фигурки всего 150,5 грамм, если я не ошибаюсь. Высота фигурки получилась где-то 16,5 сантиметров до ушек, если тогда 17,5 сантиметров. Вот такая красота у вас тоже обязательно получится. Многие пишут о том, что посмотрели обзор или фотографию, увидели, говорят, нет, я такой никогда не слеплю. Поверьте, слепите. Самое главное желание, конечно же, терпение, потому что бывает иногда у кого-то сразу получается, кому-то приходится несколько раз перелеплять лицо, да, там или что-то другое. Но все это не зря, это мы растем, получается, благодаря тому, что ошибаемся, что-то переделываем и понимаем свои ошибки. Поэтому я надеюсь, что данная фигурка вам понравилась, что вы захотите ее слепить. Как я уже говорила, пишите мне тогда в любую соцсеть под видео, и я вам вышлю реквизиты для оплаты, а после оплаты вы получаете ссылочку на урок. Ну что ж, надеюсь еще раз, что данная фигурка вам понравилась, что вы поставите ей свои лайки. Конечно же, буду ждать ваших комментариев. На сегодня все. Всем пока-пока.